Преступная группировка, занимающаяся сбытом героина, задержана в Дербенте. В ходе расследования полицейские установили, что задержанные вместе с тремя местными жителями в течение последних месяцев сбыли около 20 разовых доз героина. Их стоимость оценили в 45 тысяч рублей. Подозреваемые доставлены в отдел полиции, героин изъят. По признакам состава преступления возбуждены уголовные дела.